Друзья, всем привет! Сейчас приехали в магазин, набрали, смотрите, сколько много всяких разных вкусняшек, соки, печенье. И поедем в лесную школу-интернат. Сейчас идем в кругозор покупать детишкам краски, клей. Они будут рисовать красивые картинки для меня, для других ребят, которые будут приезжать к ним в лесную школу. Очень, конечно, приятно смотреть. Дети уже с самого детства хотят стать творческими личностями. Вот смотрите, вот так встречают нас дети с лесной школы. Они уже мои друзья, и в социальных сетях они со мной переписываются постоянно, там просят, чтобы я им там какие-то подарки привез. Дети живут в деревянных бараках. Слава богу, что они отапливаются, им тепло, хорошо, уютно. Привет, детишки! Ну как вы? Здравствуйте! Привет, сейчас я выйду, тогда машину поставлю здесь где-нибудь и поздороваюсь с вами. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Какие вы красавцы, а, ребята. Ну пойдемте тогда сейчас в школу, да, а потом уже. Dance until I walk, I drink until I talk, don't matter who I'm talking to. Какая библиотека в лесной школе, смотрите. Да. Уголок Пушкину, ему 220 лет, да? Да. Ты хорошо учишься? Да. Лен. На 230. Вот чисто на своем личном примере показываю людям, как можно повышать свой уровень. Сейчас хочу вам показать несколько роликов с моим участием, как все начиналось у меня, ну и идет дальше, дальше, дальше. Может быть, есть какие-то вопросы, можете задать мне. Посильнее Макс топор или вы? Знаешь, мы не мерили свои силы. Он сильный парень, и я тоже. Но мы как-нибудь приедем вместе с ним к вам в лесную школу и померим свою силу. Хорошо? Сколько вы раз можете отжаться? Ну, раз 100, отожмусь 120. Ого! А он умеет фуру делать. Все реально в нашей жизни, вы подрастете, хотите ж в армию сходить послужить? Да. Все хотят в армию? Да. Нет, ну я, девочки, это понятно. Девочки пойдут в институт. Когда вы пойдете в армию, вы поймете, куда вам дальше идти. Или после армии пойдете дальше учиться, потом какими-то там бизнесменами или строителями будете. Или пойдете там по контракту, подпишите контракт, вы можете проверить себя даже в спецназе. Макс, послушай, тебе дети хотят кое-что сказать. Говорите. Хотят, чтобы ты приехал к ним еще раз в лесную школу. Мы ждем тебя. Посетили лесную школу-интернат. Выступил перед детьми, зарядил их мотивацией, показал свои видеоролики, с чего я начинал, рассказал им, как в жизни лучше идти, по какой дороге, чтобы они не совершали ошибки, такие как я, не набивали шишки. Очень приятно, дети внимательно меня слушали, комментировали, самое главное, была обратная связь. Будем вместе с ними работать над собой и, конечно же,
творить добрые дела. И не забываем, друзья, подписываться на мой YouTube канал. Здесь вы увидите спорт, мотивацию и, конечно же, благотворительность. Свайпаем вверх, переходим.